Добрый день! Сегодня я расскажу вам, как готовлю нежный и вкусный рулет с шоколадным бисквитом, с мандариново-кокосовым кремом и вареньем из лесных ягод. Готовить я начну с мандариново-кокосового крема. Ссылку на рецепт вы найдете внизу под видео. Готовый крем поставьте в холодильник, пусть он охлаждается. Для приготовления бисквитного рулета мне понадобятся яйца, кукурузный крахмал, сахар, какао, масло растительное, сок лимона, ванильный сахар, щепотка соли и банка варенья. Полный список ингредиентов вы найдете, как всегда, внизу под видео. Начну я с яиц. Отделила белки от желтков. Добавьте в белки немного соли и взбейте до пышной пены. Затем высыпите половину приготовленного сахара и взбивайте до пышных крепких пиков. Вторая половина сахара понадобится для желтков. Когда белки уже хорошо взбились, добавьте лимонный сок и взбейте еще одну минуту. У вас должны получиться крепкие устойчивые пики. Теперь нужно взбить желтки до состояния пышной светлой массы. Я добавляю к ним сахар, ванильный сахар и начинаю взбивать. Сейчас я буду добавлять во взбитые желтки, просеивая крахмал и какао. Лучше это делать частями за два раза. И перемешивать теперь я буду все венчиком. В хорошо перемешанную какао-массу я буду добавлять взбитые белки и очень аккуратно, осторожно их вмешивать. Не вводите в тесто сразу все белки. Вводите их по частям. Так они вмешаются намного легче и равномернее. Если правильно добавить белки, тесто будет воздушным. Теперь всю какао-массу я добавлю к оставшимся белкам и очень аккуратно все смешаю. Тесто у меня уже хорошо перемешано. Теперь я буду добавлять частями оливковое масло и аккуратно его вмешивать. Вот такое красивое шоколадное тесто получается. Противень я застилаю бумагой для выпечки, слегка смазываю его оливковым маслом и выливаю на него тесто. Тесто надо распределить равномерно и поставить выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 11-12 минут. Проверьте готовность бисквита деревянной шпажкой и переложите остывать на решетку. Когда бисквит остынет, снимите его с решетки, аккуратно переверните и удалите бумагу для выпечки. Переворачиваю бисквит обратно и кладу его на чистый лист пергамента. У меня варенье из лесных ягод. Оно мне очень нравится. Оно не приторное, с легкой кислинкой. Распределяю его по всему коржу и вынимаю крем из холодильника. Начинаю намазывать корж кремом. Близко к краю крем не кладите. Когда будем сворачивать корж, если будет много крема, он начнет выдавливаться из коржа. Аккуратно сворачиваю корж, помогая себе пергаментом. Старайтесь сворачивать плотненько, но сильно не давите на рулет. Уже готовый свернутый рулет упакуйте в пергамент и спрячьте в холодильник хотя бы на пару часов. Лучше на ночь,
чтобы корж пропитался кремом, а крем стал более устойчивым. После того, как рулет побыл в холодильнике, я смазала его сверху остатками крема, перемешанным с вареньем. Сейчас я вам показываю только половину рулета. Эта половина пролежала ночь в холодильнике. И рулет стал еще вкусней. Крем стал более крепким, более стабильным. Бисквит влажный, хорошо пропитался кремом. Другую половину мы не удержались и съели вечером. Уж больно он вкусный. Рекомендуйте мой канал своим знакомым и друзьям. Подписывайтесь сами на него. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам доброго. Удачи!